Замочили, так и в сортире. Так и. Nosso de volta, as três vezes, mesmos inventar, ó. Esse ratinho de olhar nojo, vamos meter na nesta nossa guibere, preciso guibere, na nossa, ó. Некоторые предметы могут исчезнуть. Вот зараза. Не взять никак. О, все. Инвентарь. О. Это вызванное. Это вызванное. Это тоже. Это можно использовать, подкрепиться. Так. Так, где у нас тут выход? Господи. Могли бы все-таки чуть посветлее сделать. Все это молча. Что это? Мне что-то надо сделать тут. Так. А здесь еще какие-то части оружия. Взять. Инвентарь. Лазовая рука. Лазовая рукоять дрочуна. Всех немножко убили. Капельку. Одного в сортире загубили. Да вот здесь штучку взяли какую-то. Можно встретить аванпосты. Кучу из них преграждает блокиратор. Вот этот блокиратор надо взять вот отсюда и перенести туда, где нам показывают чего-то. Чего-то. Ничего-то смог на. Жаль. Жаль, но смог на. Но жаль. Так. Ничего. Сюда же показывали. А, теперь туда. Теперь туда показывают.
Så Simon Kristus. Если в желтенькую. А если в голубенькую, то в синенькую. То в два раза увеличить скорость. А так в пять раз. А так ничего. А так птичка-рыбка нас кушает. И что это за хрень? Ну ладно. Что-то съедобное. Может, я ошибаюсь. И сразу легче. Два раза. Ничего. Опять это мини-игрушка египетская. Чем взорвали, непонятно. Это тоже непонятно. А это покушать. Немножко можно. А это вред не здоровье. Здесь питаются кусочком льда. Вот эта хрень взрывается, если бы не под... Впрочем, только одна здесь хорошая вещь, это кусочек льда, а это химикат. Нафиг он нужен. Так. Может, это кусочек льда. Что это за
Fleury. Entonces, la equipa prista, no sabes. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.